В Омской области будет создан кластер социальных инноваций. Об этом на 6-м международном форуме социальных предпринимателей и инвесторов «Инносиб» заявила министр экономики Омской области Оксана Фадина. Напомню, согласно стратегии развития Омской области до 2020 года в регионе уже должны были функционировать как минимум 4 кластера. Новая структура позволит предпринимателям более тесно работать с региональной властью. Это якобы также позволит решать проблемы бизнеса более оперативно, а сами предприниматели получат право на финансовую помощь из бюджета. Сегодня все участники того или иного кластера, которые официально включены в федеральный реестр Минпромторга, при реализации своих проектов могут получать федеральное финансирование. Практически при отсутствии соответствующего софинансирования из регионального бюджета. Приглашенный на форум замдиректора Департамента инновационного развития Минэкономики России Герман Ветров идеей омских чиновников, конечно, удивился. Нигде в России социальных кластеров нет, но свое благословение на проект дал. Стоит отметить, в Омской области уже существуют 4 кластера – агропромышленный, нефтехимический, высокотехнологический и лесопромышленный. Если первые 3 кластера еще можно назвать развивающимися, то неудачу с 4-м лесопромышленным признал даже губернатор Виктор Назаров. Более того, ни один из них так и не попал в федеральный реестр, а значит и на софинансирование из федерального бюджета рассчитывать не может.